Ни одного нормального вопроса нету, мне сейчас жопу бомбанет. Кроме динозавров и выхухолей ваших, ничего не знаю. Так, так, так. Привет, Витёк на экране, и это очередной заход в Джекбокс. Смертельная вечеринка. И мы отправляемся. А сегодня с нами играют эксклюзивные люди. Художники, аниматоры, топчики. Ну, в общем, как положено. Витька в главных ролях. Остальные не важны. Остальные не важны. Подъем. 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 О, добро тусовщики. Добро пожаловать в ночную викторину. Мы прекрасный способ тестирования социума на выживание наиболее умных индивидуумов. Ой, а чего вы так погрустнели? Смените хмурость на улыбку, ведь сейчас мы немного повеселимся. О, да. Точно не хотите выслушать все правила моей замечательной вечеринки? Ну ладно, неважно. Давай. Самое главное начинается сейчас. Первый вопрос. Понеслась. Вопрос первый. Какой фильм с участием Эдди Мёрфи имеет рейтинг 0% на сайте Rotten Tomatoes? Используй свои девайсы для того, чтобы... Что это за сайт такой вообще? Ловкин Орбита, знакомьтесь, Дэйв, тысячи слов, приключения Плута Нэша. Гнившие томаты. Видать, что очень хороший фильм, да, должен быть? Время убегает. И правильный ответ это... Кто прав? Нет, я не угадал. Я наугад, Джон, невозможно. У меня есть для вас сюрприз. Ну, сейчас начнется пальчики, добро да? Добро пожаловать в подвал смерти. Я собираюсь задать вам вопрос. От вашего ответа сейчас я опять 42 напишу, жизнь. Погодите. Какой фильм самый веселый? Видите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. Я первопопавшийся написал. Он, может, не самый веселый, но почему бы и нет. Теперь у всех есть право голоса. Выберите тот ответ, который вы считаете лучшим. Холоп один дома? Я правильно прочитал? Операция «Ы», будет убить. Маска, смешарики, операция «Ы». Серьезно? Прикинь, две операции «Ы». Ну, значит, точно это лучший дальше. Фильм. Значит, худший нужно выбирать... Голосование закончилось. И не из них. Оп. Пожалуй, стоит запретить свободу слова в этой игре. Призраки. Хотя «Один дома» смешной фильм. Но при чем тут холоп, я не понял. Теперь вы призрак. Но не беспокойтесь, если вам игра понравилась. Вы можете ее продолжить. Вы все равно уже ничего не теряете, зато можете получить кое-что. Эх, как бы я хотел стать привидением. Мы с ним одинаково вздыхаем. Вот здесь я записываю ваши результаты. Вот на этой стене, да. Я называю ее стеной результатов. Не вздумайте красть это название. Помните, эта таблица говорит правду. У будет меня как таблица. Много вопросов для вас. Какое животное стало рыбой в католической церкви? Капибара. Выдра. Андатра. Морская свинка. Охренеть. И что из этого рыба? Время истекает. И правильный ответ это... Вот это. Капибара. Капец. Остальные игроки, кто все еще живет, приготовьтесь к наказанию. Почему капибара рыбой стала, я не понял. И вновь мы в подвале смерти. Блин, вопросы какие-то адовые. Давайте сыграем в наши чаши. Ну ладно, чаши. Здесь тоже можно увернуться. Тем, кто сейчас в безопасности, я вручил немного яда. Выберите чашу, которую хотите отравить. Страшно. Капимбара. Теперь ваш черед. Выберите чашу, с которой хотите выпить. Это капибара просто какая-то. Поставить вам свою коллекцию чаш. Нет. Как, говорит, я угадал, это невероятно. Да это наугад, наверное, нажал. Либо загуглил. Все напитки выпиты. Так, давайте посмотрим, кто что выпил.
Нет, меня отравили! Нет! А, черт побери! Я коснулся ваших губ, внутри похолодело. Пускай я с вами был чуть груб, теперь не ваше дело. Надо будет это записать. Похоже, вам это экспромт. Хорош. Теперь, говорит, не ваше дело. Как изменились ваши счета за это время? Стихи пошли, да. Следующий вопрос. Давайте слегка разнообразим игру вот этим фотовопросом. О, давай. А вот это моя семья. Мама, папа и старшая сестра. Не понимаю почему, но все они очень любили сажать на себя птиц. При этом фламинго у них был искусственный, хотя могли бы привезти настоящего. Он очень не нравился нашему коту, который тоже любил птиц. Только на вкус. А у пластика, как вы понимаете, вкус не очень. Кстати, о птицах. Я не знаю, почему все так хотят завести себе сову. Она хоть и мимими, но нрав у нее не всегда такой милый, может и куснуть. Ее еще надо кормить мышами, желательно живыми. А также нельзя держать в клетке. Да и в квартире вообще-то не рекомендуется. Так что берите себе кота и не парьтесь. Если выживете, конечно. Что за птица сидела слева от того чувака? Какого того чувака? Время убегает. Ну, если тот чувак этот посередине который, то слева от него был дятел. На нем сова сидела. Вот это. Попугай. Попали, слева! Друзья. Слева, в смысле, слева от того. Ёлки-палки, надо было пришло не на картинку время, смотреть слева, а там. Вы не против, если я использую этот дизайн в других играх, окей? Природа. Слева от него. Нарисуйте вот это как можно. От него лучше. Слева. Нажмите кнопку отправить. Для него слева. Готовы. Он же лицом к нам, значит, слева это там слева. Блин, это вообще полный фейл, ребят. Три вопроса, ноль. Ноль за три вопроса я получил. Ох, печаль, беда. Рисуйте природу, господа. Время заканчивается. Теперь каждый получает голос. Выберите рисунок, который нравится меньше всего. Самое время покромсать. Здесь что, маяковый лес? Маяковый лес. Рисунок, который заставляет вас сказать. Плохая, плохая собака. Что ты наделала, блин? У вас такая разная природа, она такая клевая. Пора вскрывать кишки. А здесь, смотри, дерево с головой. Или это на дереве куала. Ставки сделаны. А вот и настало время карать художников. Упс. Минус два сразу. Мир творчества реально сносит крышу. Окей, следующий вопрос. Каких только странных вещей не было во время перестройки? Какой персонаж «Спокойной ночи, малыши» однажды вел спецвыпуск Маппет Шоу совместно с Кермитом? Чё? Я о таком даже не слышал! Время истекает. Вопросы топ. Кто выбрал? Вот да! Это. Я попал! Да! Я думал, что место. Кто-то из главных, то есть либо Хрюша, либо Степашка. Нет, лучше и вот выбрал Хрюшу и попал. Человека, как это куча охренеть. Денег. Вот как это работает. Если никто не тронет деньги, то никто не погибнет. Если кто-то выберет деньги, то все остальные умрут от зависти. У вас лишь одна попытка. А если все выберут деньги, все погибнут. Все не погибнут. Люблю алчных людишек, зарящихся на мои деньги. Но это не интересная игра. Намного интереснее игра, когда защита, атака и деньги. Вот это прикольная игра намного, мне кажется. А еще мне нравится игра там, где кто больше-меньше возьмет. Там нужно как минимум трое, по-моему. Какая-то мораль.
Вау, упс. И вы еще собирались выжить после того, что сейчас наделали? Ну, приготовьтесь к продолжению игры. Зверобой, ах ты меркантильный засранец, а? Жадность погубила. Жадность зверобоя погубила Икса. Перейдем к следующему вопросу. Давай. О, у нас всего двое живых. Сколько золотых медалей выиграл Майкл Фелпс на Олимпийских играх 2008 года? Обосраться, я без понятия. Ты что, знаешь? Кто там поражал уже? Анна, откуда ты знаешь? Ты поклонница Майкла Фелпса? Я даже не знаю, в какой дисциплине он участвует. Давай логически думать. И правильный ответ это... Это... Ух! Я такой думал, может 6, может 6, может 6, может 6, а потом... А вдруг действительно он какой-то выдающийся? Пришло время принятия. О, ребята, получается у нас сейчас уже пойдет этот второй раунд. Депрессии и принятия. Потому что это математика, и кто-то здесь сдохнет. Надо ответить больше математических вопросов, пока не течет время. Если ты справишься хуже всего, ты сдохнешь. Вперед! Давай! Ну, нормально идут вообще нос в нос. О, зверобоище! Ну как так-то, зверобойчик? Кажется, вы так сильно сконцентрированы. Давай! Тащи! Вы ну, Симпсон, знаете, наш ошибись, дай зверобою шанс. Так вот, время уходит. Не. Жизнь это боль. Эх, зверобой, ошибся. Вот видишь, какой косяк. Не ошибся бы, вот выиграл бы, наверное. Математика точная наука. И ошибок да. Не прощает. Вот мы и приехали. Хорошо, мы постепенно пришли к последнему оставшемуся в живых. Приятно видеть того, кто выжил. Но сбежать 2000 денег накопил. Надо. Гениально. Сейчас я дам тебе. Однако, категорию. На четвертом месте, я даже на ступенечку вверх уеду. Шоколадные продукты компании Kinder. Выберите каждый вариант, который подходит под условия задания, mm-hmm. и нажмите кнопку «Отправить». А я знаю правильный ответ, кстати. Взглянем на правильные ответы. Оба. За он каждый тоже правильный знал. Ответ вы передвинетесь на одну клетку. Оба, да. Ты уже очень близок к выходу. О, а я говорил о том, что все призраки тоже выходят. Если призрак догонит тебя, он... Ну, сейчас самое интересное начнется. Погнали. Давай, сейчас музончик будет на это. Прям... Следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы получить больше шансов поймать тебя. Йохико? Флуертар? Ну, что там? Убейте меня, семеро, что это было вообще? Страны Южной Америки. А Парагвай где? Что-то и вышибло из головы. Выбираем, не засиживаемся. Парагвай, Парагвай, Парагвайч. Кто же там? Они убегают, догоняй! Удастся ли вам не перейти на темную сторону? Игры серии Call of Duty. Ребят, я не этот. Я не Call of Duty. Я не Call of Duty. Но я думаю, что вот время это... Время на исходе. Я вот не знаю, пишут 1 и 3, а кто-то пишет 1. Действительно 1 и 3. Но я первое точно знал, я второе знал точно, что нет. А вот третье я думал, да или нет. Поторопитесь. Монархи из дома Романовых. Слушай, ведь недавно только смотрел это дело, изучал. Выбираем, не засиживаемся. Прикинь, правильно вспомнил даже. Ха-ха. Молодец. Меня погоняют.
цвета шаров в снукере. Снукере. Синий? Голубой есть, а если там синий, ну, я не помню. Там? Есть синий. Черт. Темнота настигает. Ингредиенты пасхального кулича. Нутелла. Нутелла. Конечно. Время на исходе. Яйцо и дрожжи. Очевидно. Лиза Симпсон что-то сегодня прям обожрался какого-то гугла, судя страны по всему. Западной Африки. Западной Африки. Зимбабве это Западная Африка или Центральная? Я, если честно, даже не знаю. Нет. Опа, пачка чипсов! Пачка! 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 Что творит ты? Посмотри! Ну, у нас тут битва между пачкой и Лизой. Драгоценные камни. Ну, тут, я думаю, сейчас кто-то выиграет. Привет, пачки чипсов. Неожиданно, да? Я что-то вообще просрал по полной программе. С другими новостями. Кошки лучше всех. Молодец, пачка чипсов. Прям тоже отлично, отлично играла и... отвечала лучше, чем остальные, это точно. Подключайтесь! Пока все подключаются, мы идем в бой. 3, 2, 1, поехали. В главных ролях Витька. Арбуз, дверь на 18, кокосик. Селедка, Кирилл СПБ и Полина. Специальный гость Вейлул. Это смертельные. Вечеринка. Добро пожаловать в смертельную вечеринку. Без правил сегодня. А вы любите рисковать. Мне такие нравятся. Начнем играть. Я выключил правила в дворе. Итак, а вы рисковые. Первый вопрос. Какой драгоценный камень извлекала из золотых орехов белочка из сказки о царе Салтане? Ну, я знаю. Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. Это и к зрителям относится, если что. Там, если еще эту строчку прям прочитать быстро, получается... Время истекает. Ну, это все знают. Ядра чистый изумруд. Какой, Гриш, изумруд? Правильный ответ это... Кто ответил правильно? Се! Шок-контент, фига себе. Идем в одно веселое местечко. Добро пожаловать в подвал смерти. Я не знал, пишет Кинагу, да ладно. О-оу, как же тут грязно. Тут кровь на всем этом произведении искусства. Мне надо запомнить, что в этот раз стирать вещи надо в холодной воде. Намазано а то кровь сколько? Не стирается. Запомните это кровавое изображение. Окей, время вышло. Повтори изображение на своем устройстве, нажимая на квадраты, которые были красными. Когда все будет готово, нажми «Отправить». Я даже вспомнил. Тут кому удастся повторить хуже всех, я в голове нарисовал. Я очень быстро повышу уровень железа в организме. Ну, уровень железа, это он про кровь, конечно же, вы же понимаете. Давай, арбузик, вспоминай. Тик-так, часики-то тикают, заканчивайте. Ну уже, арбузик, тик-так. Ну, хоть что-нибудь, отправляй.
отправляй уже! Посмотрим на это еще раз. Время продемонстрировать вашу работу. О, нет, там была двойная ошибка. Тут 36% ошибки. Сделайте на это с другой стороны. По крайней мере, теперь вы будете знать, что ваша команда станет еще сильнее. Ну, где же ваш командный дух? Мне кажется, арбуз просто отвалился. Shit happens. Вот как вы сейчас идете, но несмотря на все это, что селедка почти ты, смотри. О, давайте посмотрим, как справилась аудитория. У вас хорошо получается. Получается, если бы селедка сейчас правильно все ответил, ей бы 1000 дали. Фига себе. Попробуем еще один. По какой из этих статей не судили блогера Руслана Соколовского? Не, ну вы бы хотя бы буковки сказали. Я про цифры вообще не понимаю. 228, 206. Ну, это надо таком быть. Не знаю. Кто сказал? Вот это. Я наугад жал, ребят. Остальные игроки, которые все еще живы, давайте сыграем в игру. Ну, единственное, что я исключил сразу вот эту точка такое, но это слишком узконаправленно, наверняка судили. А из остальных, из троих я просто... Ух ты ж, ничего себе, куча денег на полу. И да, я не рекомендую вам к ним прикасаться, там микробы. Возьмешь больше всех или меньше всех денег... Ой, мне нравится эта игра! Ой, хорошо, давайте. Хватайте денежки, пока теплые. Вот это очень хорошо. Это я обожаю такое. Сейчас мы узнаем. Сейчас минус 2 будет. Выберите, сколько денег вам нужно. Что вам подсказывает сердце? Вы же алчные. Алчные. Давайте взглянем, что выбрали наши алчные совинки. 0. Видать, отвалился настало тоже. Настало время лютой кары для самого более и менее алчного. Был ли точен ответ народа? А вы тоже там, народ, тоже отвечали, да? Взглянем на эту стену результатов. Никого не придавило своим выигрышем? Как насчет вот этого? Знаете, я не люблю праздновать Новый год. Все уже так надоели со своими салютами, украшениями. Может, переселиться на другую планету? Сколько примерно длится один год на Марсе? А ведь когда-то я знал. Время истекает. Ну, либо 2, либо 4. Кто сказал? Вот это. 2. Блин, я 4 года нажал. У меня есть... косяк. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Легко, правда? Все, что да ничего нужно, легкого. Принести боль, от которой темнит в глазах. Сделайте уже надрез. Хрен с вами, без пальца поиграю. Вы пытаетесь их откусить, что ли? Быстрее! Перетереть. Благодарю всех за ваши пальчики. Но что это такое? Моя квота на пальцы не была преодолена. Витя, ну как? Ну вот так облажался, честно. Ну так, такое я надо знать. Хотел согласен. Палец. Почему вы такие жадные? Просто это знание у меня выветрилось из головы. Вот и все. Ну это реально такой косяк, попробуем который непростительный. А ладно там... Что случилось со слепым Пью в мультфильме «Остров сокровищ»? Я не помню. Время убегает. Кто выбрал?
Вот это. Твои нож налево, а? Ну вот. Я хочу показать кое-что. Два точно, ребят, ну... Настало время поиграть. У меня задержка все-таки есть на стриме, используйте поэтому... Используйте буквы, чтобы сложить как можно более длинное слово, пока не стечет время. Окей, давай. Но слово будет короче всех, будет поехали. Наказан. Набираем словечки своими пальчиками. Буквы нету. Время почти истекло. Блин, я обосрался. Посмотрим, что получилось. Я посчитал одну букву два раза. Я не успел переключиться. Это было неизбежно. Ну ладно, это даже, наверное, лучше, чем остаться с пальцем с отрезанным. Хрен с ним, призрак так призрак. Хорошая работа, зрители. Не задохнитесь там от натуги. Действительно, топ-1 взяли. Еще один. Какие слова идут сразу после слова «hello» в одноименной песне Адель? Я не слышал. Hello, it's me. Hello, you there. Блин, ну зная Адель... Ну это точно не Юзе. Время истекает. И не Юап. Sorry, it's me, hello. It is me you're looking for. Это? Вот это. Ха-ха. Hello. Идем со мной. Это правда из другой песни было. It is me you're looking for. Ну что, проверим вашу память. А теперь играют все. I can feel you in your, my arms. Запомни-ка вот это. Запомни-ка это, ну-ка. Ладно, хватит вас. Назовите ко мне порядок цветов слева направо. Не позволяй никому справляться с заданием лучше, окей? Иначе будет плохо. И чё, а кто ещё не ответил? Поторопитесь, время вспомнить все уже почти вышло. Что-то медленно почпокивает кнопочками. Таким ли был порядок, который вы запихнули себе в мозг? Все ли удалось запомнить? Косяк, Кирюха, удалось ну как так-то, Кирюха? Это как раз то, о чем я говорил. Эф, Кирюхе. Хищники всегда начинают свою атаку с тех, кто слабее. Мы хищники, пацаны. Только один игрок остался в живых. Прям как я люблю. А, уже? Поздравляю с выживанием. Фига себе, селедка. Чтобы продлить свою жизнь, попробуй сбежать отсюда. Ну-ка попробуй, давай, сейчас мы тебя будем догонять. Вот твоя первая категория. А чё это? Плотоядные динозавры. Фига себе, выберите быстро. Каждый вариант, который подходит, и нажмите «Отправить». Плотоядные — это которые... Время на исходе. Которые жрали мясо, да? Посмотрим на правильные ответы. Я знаток динозавров. Клетка вперед за каждый правильный ответ. Смотри, как он без этого, без вступительного раунда. Вице-президенты США. А, вице-президенты. Твою ж налево. Ядрить, колотить. А кто из них вице-президентом-то был? Я даже насрать. Не знаю. В общем, надо было выбирать первого. Я выбрал первого и третьего, а потом увидел, что вице-президента. Надо было так и оставить. Странно, никогда не побеждавший на Евровидении первые 60 лет. Да обосраться, откуда я знаю. Боже мой. Мерила.
ни одной. Не, ну это жесть. Берегитесь наступающей темноты. Я что-то в заднице где-то, я вообще ничего ответить не могу. России в 2017 году. Да откуда я знаю, кто там у вас? В 2017 году. Все, катка просрана, ребят. Как тут вообще на это отвечать можно? Ни одного нормального вопроса нет, у меня сейчас жопа бомбанет. Кроме динозавров и выхухолей ваших, ничего не знаю. Селедка, остановись! Ну куда ты рвешься? Сзади вода! Главный герой смешарик. Ну это все знают. Главный герой смешариков. Витя, живи. Ну он сейчас селедка уплывет и все. Ну что, живи, не живи, какая разница? Конечно, не все главные герои. Кто победит? Какие да кто? Сын селедки. Города Австралии. Австралии. Gold Coast, Волла Волла. Первый раз слышу. Вот Gold Coast и Волла Волла первый раз слышу. Gold Coast — это золотой берег. Есть ли в Австралии золотой берег? Хрен его знает. Не знаю. Gold Coast все-таки был. Дверь, селедка уплывает. Темнота настигает. А темнота настигает. Греческие боги. Греческие боги. Не, ну это он сейчас уплывет. Ну не да. Там главное с римскими не перепутать, да? Как-то тут, по-моему, сложно будет перепутать. Поздравляю селедку с победой. Не все. Не, ну нечестно. Они вот этот первый раунд убрали. Дали сразу два правильных ответа. Ну, не правильно. А вдруг там была бы ошибка у селедки? Нечестно. Я расстроен. Я не выиграл. У меня бомбит. Это нечестно. Ну, блин. Но оно либо сверхлегкие вопросы дают, либо сверхсложные, на которые я не знаю ответа, а другие знают почему-то. Вот и все. Она сверхлегкие, и так все знают. В задницу вашу смертельную вечеринку. У меня с нее вот... Жопа горит! Потушите мою жопу! Вот что у меня с нее происходит, с этой вашей вечеринки. Витя, не плачь. Не могу не плакать. Вечеринка начинается. А вот я сейчас зальюсь. Кофинка, я туда упал. Ой, хорошо. Холодно, да. Ладно. Спасибо за внимание. Это была смертельная вечеринка. Лайки жду под видео. Комментарии жду тоже под видео. И ищите там под видео. Еще есть такая ссылочка на плейлист Джекбокса, там вы все смертелочки тоже найдете. Всем всего хорошего и пока. Не бомбите. И кстати, прежде чем смотреть мои видосы, обязательно сделайте уроки. Меня тут попросил один человек такое упоминание сделать. Когда внезапно раздался крик.